Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть Dynabash 2 «Путешествие во времени». Так, у нас остались очень сложные этапы. Я сомневаюсь, ребят, что мы сегодня хоть что-либо пройдем. Но здесь уже суть немножко в другом, ребята. Здесь суть, чтобы в магазине за накопленные деньги, соответственно, покупать карточки. Да, я подумал, что за счет карточек мы с тобой сможем, наверное, как-то прокачаться. Наивно, конечно, так полагать, но другого варианта я не вижу. Своими силами я уже тут не справляюсь. Я уже прекрасно понял это, вы, наверное, тоже. Вы прекрасно все видели, как здесь жестко все это идет. Поэтому начнем. И начнем, пожалуй, вот здесь вот. Что это за этап? Это этап идиотский. Это идиотский этап, друзья мои. Но, блин, это где армия бомжей будет меня атаковать беспрекословно. Я так понимаю, да? Ну да, это именно это. Это именно тот уровень. Это именно тот уровень, который будет меня просто вымораживать. Где их будет целая армада идти. Где они будут нас напрягать. Причем постоянно. И нифига ты тут с этим не поделаешь. Вот даже начиная вот отсюда. Уже видишь, уже бежит халабуда. Уже бежит. Сломя голову. Мы с тобой тут ни хрена сделать не можем. Соответственно, мои ребятулечки получают здесь урон. Причем колоссальный. Ничего я тут сделать не смогу. Хотя я попробую, конечно, но... Что мне тут сделать? Что вообще мне здесь можно сделать, ребят? Кроме как озвездюлиться, по-моему, ничего. Бомжиха уже идет, видишь, там бежит на всех парах. А куда же без нее-то? Там не только бомжиха. Ай, друзья мои, там не только бомжиха. Опа. Все время, ребята, про этого щегла забываю. Постоянно, так скажем. Ну ты посмотри. Ну понятное дело, что звезданет, понятное дело. Вот здесь самый заносчивый, так скажем, бомж. Это опять тут как тут уже, да? Это уже тут как тут опять. Так, ладно, я вызову пока этого парня. Он должен, наверное, тут нам помочь. Наверное, должен помочь. Поможет он нам, как же. Вот эти пройдохи бесявые. Вот эти пройдохи бесявые. Да опять он там стоит, а? Да вы поняли, друзья мои, про кого я говорю. Да-да-да, именно вот про этого пришибленного. Я его должен уничтожить. Я его должен уничтожить. Ну, помимо этого, здесь еще, друзья мои, как вы видите, бегут охламоны. Бегут охламоны, бегут. И ничего ты тут, блин, не сделаешь с ними. Там еще и щитовик. Так там не только щитовик, ребят. Там не только, блин, щитовик. Там еще и... Эх, надеяться на то, что этот кикимор завалит их всех. Понимаешь, из-за того, что он такой ватник. Господи ты, боже мой. Ну что ж ты, Рэй, творишь-то? Ну что ты творишь? Его естественно, сейчас запинают, ребят. Его запинают с полтыка, и не забывай, что там еще... Там еще армия не кислая, так скажем.
Да, именно про это я и хотел сказать. Есть один... Нету ни одного. Слушай, мне пока тратить, наверное, не стоит. Вот это вот. А вот тут вот уже, друзья мои. Вот тут вот. Вот тут уже... Видишь, что он делает? Он как бы нам помогает, но... Если вот так попробую сейчас сделать. Хлоп. И сюда вот так вот хлоп. Пока других, ребят, вариантов у меня нету. Самый подлый из них, это, конечно же... Ну-ка. Пока, вроде бы, ребят, пока. Ну как вы с ним долго тут разбираетесь? Как вы с ним долго тут рассусоливаетесь? В плане, друзья мои, а я что, не успел 3 звезды? Слишком долго, да? Слишком долго, блин, у меня отняли. Понятно все. Я тут в надежде думал, что 3 звезды не за горами. Как же? Не за горами. Не знаю я, как тогда здесь быть. Ну вот как здесь, друзья, быть? М? Вот объясни, пожалуйста, на милость. Мы ни разу не погибли. Мы ни разу здесь ничего такого плохого не сделали. И все равно не смогли пройти. 1600 монет, 7 кристаллов. Кентра 5 карточек, Тирекс 2 карточки, Огненный шар 5 карточек. И этого мало. Этого, друзья мои, мало. Мало для того, чтобы пройти этот идиотический уровень. Что у нас тут? Я не помню, если честно, что у нас тут. Но я вижу, у нас тут хилка, есть мамонт. Хилка и мамонт, да? То есть, получается, нам, скорее всего, надо здесь сделать что? Следующее. Эту хибару сразу, чтобы она сгорела. Этого что ли призвать нам? Да чтоб тебя, а? Чтоб ты, я не знаю, в штаны наложил. Бесевый ты, утырок. Блин, ну зачем я огонь потратил? Ну зачем я огонь потратил, когда бомжих идет, ну? Мамонт, это всегда хорошо, друзья мои. А вот это всегда плохо. Объяснять кому-то здесь чего-то, ребята, нет смысла. Давай сделаем так. Мне больше нечем крыть.
Ребята, мне больше нечем крыть. Тут до сих пор, наверное, не понятно, что крыть, чего, кому, куда крыть. Ну. Ты заколебал, а? Наконец-то мы его медным тазом, друзья мои, накрыли. Там, по-моему, не одна бомжиха, ребят, сейчас будет. Бомжиха-то тут не одна, блин. Вот они и копейщики приперлись, блин. У меня хп мало. Единственное, что вот так вот, если. Вот так и вот так вот. Если наш мамонт выживает, если, еще раз повторяю, ребят, ключевое слово если. То это уже будет, ну, половина победы, можно так сказать. Половина. Давай вот так вот сделаем. Смотри. Ты смотри, что мы делаем. Ребят, вы посмотрите на этот эпический финал. Господи ты, боже мой, я не верил. Я не верил, но мы с тобой это сделали. Вау. Ты смотри-ка, раптор прокачивается. Только нафига он мне нужен? Он сейчас в последнее время нигде не появляется, как бы. Воу. Прям как бальзам на душу. Вот эта победа как бальзам на душу. Опа! Мы с тобой еще и получили вот что. Это дорогого стоит. Островной сундук. 7500 монет. Шикарно. Дилофо 10. Мамонт 3. Бомба-молния прокачивается. О, эпик-шлем. Вот что меня больше интересует. Вот что меня больше интересует. Где она? Где? Вот она, ребят. Есть. Ну, эти бочки. Они нам как бы, ну, не нужны, ребят, если честно. А вот шлем я оборудую. Ну, опять же, этот динозаврик, как бы он не участвует у нас вообще сейчас нигде. Я бы еще с удовольствием бы прокачал бы, ребята, Диметра, Громовой Драга, Гром Хаспа, Пэтчи хотелось бы качнуть. Ну и Тирекса только лишь из-за того, что он мне нужен в одной миссии. Ну, вы видели, предыдущая миссия. Там бы он, наверное, хорошо бы зашел. Ну и, конечно же, персонажа прокачивать. Хм. Если мы зайдем в магазин, что мы можем взять? Мы можем взять здесь 5 карточек. И здесь. Ну вот тут, наверное, можно было бы, ребят, приобрести 5 карточек на Рэмбо. Да, не айс, конечно, не так много, как хотелось бы, но тем не менее. Тирекс, ну, слушай, а если мы возьмем... Пора, наверное, тратиться, ребята, нам. Пора. Пора нам тратить самоцветы. Копили мы с тобой, копили. Но лучше пускай эпик шлем будет. А, хас по 5 карточек. Я воздержусь. Где он у нас? Вот он. Да, мы ему оборудуем. Слушай, ну 1500 к здоровью. 1500 здоровья и 133 атака. Атака меня мало интересует. Атакует он так себе. Он пугает больше. Ох. Да, ты правильно понял, что тут вот тут надо еще как-то на... Блин, ну как вот такую армию я могу пройти? Блин, тут у нас эти, оказывается, были. Вот как здесь быть? Кстати, не забывай, что у нас, ну, это, ребята, было за кадром в магазине. Нет, не в магазине. В обновлении. Я этого паренька нашего прокачал. Он получил шлем. Колючка получил шлем. Эпический.
Теперь он должен бомбить получше. Может быть, за счет этого мы сможем пройти. До этого у него был обычный, по-моему, шлем. Но здесь немножко в другом, ребят, проблема. Здесь в том, что, ладно, нам дают две вот эти вот фиговинки электрические. Но ты посмотри, отряд. Сам по себе отряд защитный. В танк у нас выходит стега. Стегозавр. То есть, я не могу назвать, что это супер танк, понимаешь? И, кстати, он практически, вот его надо качать. Он практически во всех битвах, ребят, присутствует. Практически во всех битвах. Я его не беру, потому что он стоит средний. Ну и защита у него так себе. Бочки. Было бы неплохо, если бы бочка, когда летела, наносила бы урон. Ладно, я рискну. Я рискну, ребят, пройти. Я знаю, что будет сложно. Скажи лучше, когда у нас был, блин, не было сложно. Вот, 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 уже летит. Уже летит, пройдоха. Ну, что вот здесь делать? Они потихоньку меня бьют. А вот этот щитовик, кстати, получает урон. Так, вот этого, наверное, снесем. Ой, не получилось его вынести почему-то. Так, иди отсюда. Ай-яй-яй. Туду-туду-туду, идет, блин. Придурочный-то этот. Ой. Ой-ой-ой. И сразу же всем кирдык, ребят. Да не туда ты ее метнул-то, господи, ну. Ах, сопляжуй ты, чертов. Ну вот как его бомбить, ребят? Все, все, я слышу, там уже бедолажки мои погибают один за другим. Это разве урон-то? Не урон, ребят, так. Меня вот эти вот ребята напрягают больше, поверь мне. Вот, вот, вот именно вот эти вот... Как назвать-то даже не знаю. Ну, копейщики, мечники, называй их как хочешь. Они напрягают меня больше всего. Даже больше, чем бомж в доспехах. Даже больше, чем бомж в доспехах. Они очень быстро отходят. Сфига ли они так быстро отходят, а? Ну этот урон, ну, ну что это за урон, а? Ну, посмотри. Это что, нормальный урон называется? Да фигня это полная, ребят. Я не вижу этого урона даже. Ну что это? Он вообще хоть урон-то получает от электричества? Я не вижу. Плювики, наверное, и то больше наносят ему урона, чем мы. Чем электричество мы наносим. Дилофазавр? Ну, дилофазавр может, да, ребят. Может, что-нибудь, да он может все-таки. Плювики красавцы. Плювики на проплю делают это все. Нам надо стегозавра, наверное, вызывать. Хоть какой-то танк, но нам нужен. Ребят, я щит возьму на всякий случай. Слушай, а тут же, по-моему... Вон. Вот тебе и танк. Был танк и нету танка.
Смотри, что плювики мои делают. Меня сейчас любая стрела или еще что-нибудь в этом роде, и мне хана. Красавчики. Вот она явилась, идиотина. Ай, ребята, звезда, все, звезда потерялась. Причем я шел как можно, ребята, максимально. Максимально хорошо. Но это максимально хорошо, всем плевать. Всем плевать, ребят, на мою максимальную хорошистость. Видишь? Причем долго мы с тобой не задерживались здесь нигде. Вот вторая звезда в минус идет. Хм. Печаль. Причем они здесь справились. С этими охламонами справились, но видишь. Все равно одна звезда, друзья. Что делать, как быть, я не знаю. Возможно, конечно, что надо моего главного персонажа прокачать. Видишь, вон они бомбят. А ему плевать. Урон есть, конечно, но такой вшивенький, так скажем. Причем шел идеально, не погибнув ни разу. И все равно. Да, одна звезда, ребята. Никак не получается три звездочки получить. Но это, сам понимаешь, это последний этап. Блин. Ха, смотри, караптор здесь участвует. Попробуем здесь, хотя... Что хотя? Хотя я уже заведомо знаю, ребят, что это полная туфта. Как они достали? Кто там еще катится? Понятно. Рэмбо, выходи. Рэмбо, давай, сноси их там нафиг всех. В плане, он даже... Он споткнулся об этого хламона. Ну, это о чем говорит, ребят? Да ни о чем хорошем-то не говорит. Ну мне кто-нибудь придет на помощь-то сегодня? Или что я так и буду тут в одно лицо, блин, против этих буржуев? Да, ты, конечно, пришел, но... Ты, конечно, пришел, парень, но как-то вот... Его надо, знаешь, как надо? Его надо замораживать. Он его отлично вообще, ребята, сбивает. Вот этих пройдох очень лихо сбивает. Опять же, мамонт, ребята, мамонт один. Без прикрытия. Ворота бомблю, как угорелый, блин. Смотри, что это? Ну что это за урон идиотский? Да. Щитовик, он ничего не делает, ребят. Он просто тупо стоит. Он тупо стоит, блин, и лыбу давит. Поэтому драга здесь понадобится нам. Наверное, понадобится нам драга, в первую очередь. Или все-таки этот. Я вначале позвал этого. Может быть, зря, конечно. Наверное, зря, ребят. Давай вызовем драга. Он должен, ребят, нам тут помочь. А уже... Уже звезду отняли. Вы... Како... Да я даже ничего не успел сделать. Уже звезду отобрали. Ребята, я еще ничего не успел сделать, они уже звезду отобрали у меня.
Ну, этап, да, этап короткий, я не спорю. Друзья, ну ты посмотри. Ну давай еще одну звезду отними у меня, и будет тебе счастье, блин. Да мы и так, по-моему, на две звезды здесь проходили. Так что... Да, мы и так проходили здесь. На две звезды. У меня вопрос следующего характера. Ребят, а как я здесь должен успеть? Бежать, сломя голову вперед? Не знаю. И что? Ну я побегу вперед, сломя голову. И что? И что мне это даст? Ну, что мне это даст? Ну, побегу я, и что? Да ничего. Я там просто встречусь с толпой врагов, где мне придется бежать обратно. Давай, может, здесь поп... Ну, давай попробуем. Ну, а чё? Я понимаю, что ничего хорошего тут опять не будет. Мы очень долго разворачиваем лица вот этим вот хламоном, ребят. Очень долго. Вот тебе еще один этот. Плювики, вы, конечно, молодцы, вы все делаете отлично. Но я очень сильно надеюсь, что они справятся с ним. Конечно, справятся. Ну, справились. С горем пополам. У нас из этих только Хаспа, ребята, может нам помочь. Все. А кроме Хаспа здесь больше никого нету. Да нате вам валуном по башке, блин. Ну, естественно. А эта бомжиха, ребята, сейчас будет угощать меня метком, да? Эта бомжиха сейчас будет меня, ребята, убаюкивать. Ну, вначале меня убаюкали, конечно же. Эта ж дура сейчас будет кого? Она будет бомжи... этих рыцарей мощных в броне выкидывать. Она уже там накидала целую армию. Вот, друзья мои, вам и вся справедливость. Ее просто здесь нету. Да я этого даже не могу призвать. Он бы, может быть, мне и помог бы. Может быть. В чем очень сильно я сомневаюсь. Нет. Нет, нет. Еще раз нет, ребят. Да уйди ты там, горе луковое, лезет она. Уйди, говорю, от меня. Да, на нее даже... Да на нее даже, ребята, не действует вот это все. Я не успел. Сейчас луч заколят мои эти ребята. Да угомонится эта стерва или нет сегодня, а?
только щелчки. Щелк-щелк, щелк-щелк. Так, эти, я думаю, пацаны справятся здесь. Я пойду сюда. Справились. Горе ты, луковое мое. Горе ты, луковое мое. Вон оно, пошло. Звезда, ребят, отнимается. Ну и что скажете? Согласись, тут не моя вина. Идет все тактически как нужно, ребят. А они все тут разбомбили. Они тут всех разбомбили. И плевать они на все остальное хотели. Вот и все. Чихать им. Чихать им на все, ребят. Вот что я могу тебе сказать. Видал? Конечно же, тут минус звезда. Но если вот с этим гнидой не можем разобраться, ну вот с этой вот парашей мы не можем с собой разобраться. Ну о чем может быть речь, друзья? Ну о чем может быть речь, если этого говноеда, блин, не можем разобрать, блин? Ну. Ну серьезно, блин. Как они себе это представляют? Как тут вообще должен, блин, проходиться уровень этот? Я ума не прошу. И больше чем уверен, что королю по барабану. Конечно, ему по барабану, ребят. Конечно, ему по барабану на мой рык. Чихать он на это все хотел с большой колокольни. Пока мы вот этих вот дурачков, блин, с тобой не будем спокойно валить, а мы их спокойно валить с тобой не будем вообще никогда, по ходу дела. Нам ничего здесь не сулит. Ни о какой победе тут вообще даже разговора быть не может. Нет. Просто нет, ребят. Какого фига, блин, мы с этими говноедами так долго разбираемся? Ну согласись, блин. Я не знаю, ребят. Как-то призывать его раньше времени. А как ты его раньше времени призываешь? Чтобы его призвать, вот этого Тирекса, ребята, мы должны с вами разбомбить ворота. Чтобы разбомбить ворота, мне нужна армия. Как? Никак, блин. Господи, вот это да. Вот это уровни. Погнали. Ну вот, начинается уже с бомжихи. Сразу же. Нет, пэтч, ребят, хорош. Я против пэтча я ничего вообще не могу сказать. Он хорош, ребят. Может быть слабоват по атаке, но это пока он слабоват. Это он пока слабоват. Но вот это вот бомжара зачем сюда прибыла? Вот это вот уже другой разговор, ребят. Все, сейчас бомбы полетят. Сейчас полетит все, что... А бомбочку он все равно успел, да? Посмотри, мы с него сняли броню, ребята. Теперь вот начинается вот этот вот. Сиськотряство. Ну а как это еще назвать? Погнали дальше.
Ой, а помнишь уровень? А мы тот уровень, по-моему, прошли или не прошли, не помню. Где у нас одни бомжи были? Там орда бомжей, просто орда бомжей, ребята, была. Это, по-моему, и есть этот этап. Мужик, берегись! Плохая реакция. Но против... Ой! 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 Мне поплохело, ребят. Твою налево. И тут рыцари. И тут, ребята, рыцари. Кем, блин, я тут должен воевать? Кем? Ну, неким, неким, ребят. Если мы эту бомжику, то бы даже... И не рассказывайте мне баек, что... Тут надо, блин, там, я не знаю... Что-то суперское такое брать, делать. Ничего тут суперское не поможет. Тут ничего суперское не поможет. Ну ты оглушил, да, этот сейчас побежит с разбегу, секет нам. Этот получает урон хороший, ребят. Успел я там скинуть? Не разглядел, друзья мои. Успел. Ну, на этого-то бомжа надо было... Ну, фиг, он сам влез. Уж моя, что ли, это была прихоть? Но ведь это же еще не все, ребят. Да ведь? Сколько помню, по-моему, еще будет. Еще будут квазимоды. Ну вот. Вот она. Вот она, намотана. Явилась, блин. Если бы она еще одна была бы, чувырла. Вот они. Финтифлюхи, ребята. И вот здесь. Всеки ей, правильно. Психоделика какая-то просто. Беру удар на себя. Взял, блин, тоже на себя удар, называется. Ай-я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 й
для моих динозавриков. Кто-то отдупляется, ребят. Я слышу, прям кто-то отдупляется у меня там. Ну! Давай, 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 давай! Есть! У-ху! Ребятулечки, на три звездулечки. Прошли этапчик, это там и тра-там-там. Фу. Блин, как ребенок маленький радуется, ё-моё. Да потому что сколько нервов, ребят, на один уровень уходит. У меня только одно возмущение, понимаешь? Фух. Справедливость восторжествовала. Так, друзья мои, тут... Блин, всего две эти дают. Вот спрашивали меня, чем лучше первая часть, ну, чем отличается. Первая часть, она интересная. И вторая часть интересная, ребята. Но в первой части мы могли сами выбирать себе бомбы. Сами. Здесь мы, так же как и динозавры, здесь же мы должны выигрывать и пройти этап тем, что у нас есть. Вот это большой минус в этой игре. А так все даже ничего, ребят. Ну, я не знаю, попробуем, конечно. Попробуем, конечно, но как-то тут... Сразу начинаю со звездюлей. Блин, ну вот как вот можно здесь, а?
Я насколько помню, ребят, сейчас выйдет копейщик. Точно. Так ты будешь его сносить-то? И здесь то же самое, ребята. Здесь то же самое. Здесь сейчас тоже копейщик выйдет. Бэмс! И все выжили. На! Супостат. Ну понятно, тут еще бочка. Ой, бочка, это корыто. И рыцарь тут еще. И не один, я так понимаю. Ну куда вы идете-то, а? Веслоухи, блин. Че я нафиг я убежал-то оттуда? Блин, надо было их бомбануть здесь все чем хорошечно. Ну давай, давай, давай. Кто тут у нас? Три рыцаря. Просто. А так и надо, ребят. Я не собираюсь тут никого жалеть. Бомжам бомжовская смерть. Так, давай сюда. Фигня полная. Сейчас всекет. Ой, как хорошо всек. Больно. Там что какая-то кара катится, ребят. Непонятно какая. Давай, драка, блин, ну. Ну выручай, братву-то. Фу ты. Блин, параша. Ну как там быть? Ну не дают мне просраться ничего, ребят. Явились, блин, идут, доходяги, блин. Давай, 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 родной. Защита так быстро слетает с меня. Блин, ну я же копил не на... не на этого я копил. Я хотел драга вызвать. А лучше вообще в идеале вот этого парня. Не, ну драга тоже пойдет. Давайте, плюйте там, заплевывайте там. Все, что ж стоит, не стоит. Да ядрен ты, матрен. Угу, идет, блин, сюда, угукал этот... Идиот, блин. Одно не легче другого, ребят. Одно, блин, не легче другого. А чё мне это здесь... Где драга-то твой? А, вон он, дерется уже, я что-то его не заметил. Египетский носок, ну что ты творишь-то? Ну, шерстяной, блин, а. Просто, ребят, шерстяной. Ну уничтожит этого короля долбанутого, блин. Да, конечно, уничтожит он эти короля. Да ну, как этот туфтень, блин, ребят, идет. Туфтень. Да, конечно, конечно, ага.
Он бомбит, друзья мои. Он пытается все сделать правильно, но у него не получается. У него не хватает мощей, потому что это говнюки просто слишком мощные для нас. Ты посмотри. И он одного за другим, блин. Одного за другим. Сзади стояло прикрытие. Эпическое, ребята, прикрытие. И они не справляются. Смотри. Это что, нормальный такой урон? Это нормально такой урон получать, блин. Это раньше-то был, блин. А вот ты здесь при чем? Не виноват ни в чем, ребят. Он абсолютно тут ни в чем не виноват. Виноват только я, блин. Времени, ребята, здесь достаточно для прохождения этапа. То, что играю, как хрен знает кто, это да, это моя вина. Ну вот тебе и звезда в минус. Вот, ребятушки, звезда. Звезда в шоке. Вот он, портал, вот он, вот он. Бери, целуй его, блин. Но нет же. На каком-то одном подлом говнюке, ребята, столько мы с вами... Именно там рыцарь вот этот большой. Именно на нем мы с тобой очень долго плясали, так скажем. Ну и вот тебе результат. Хотя времени, я тебе скажу, здесь предостаточно для того, чтобы при правильной тактике... сделать красиво все. Достаточно тут времени. Попробуем этот. Если я не путаю, ребята, здесь будут у нас катапульты. Вот смотри, блин, вот сразу же. Сразу же начинается вот эта туфта. Он выжил, гад. И вот самое интересное, мне ничего с ним не сделать, с этим паршивцем. А че он тут умер-то сразу же, отдуплился? Кентра, ну какой ты вот... Ну... Медлительный. Немедлительно, как ты слабозарядный, что ли? Я не знаю, как его еще по-другому это назвать. Скачет, идиотина. И она здесь не одна, само собой. Придурочные тут вместе с ней летят. Ну, конечно же, они мне сейчас ничего не дадут сделать. У меня это все летит куда? Куда? Коту под задницу летит это все. По-другому не скажешь. Да иди ты в пень. В пень, блин. Стрелы полетели. Ну куда он там летит? Твою налево, блин. Ой-ой-ой-ой-ой. Я бы сказал бы тебе, что у тебя там ой-ой-ой, блин. Геморрой ходячий, а. Ну чё? Как ты дурак мне, ты достал, ты просто меня уже в корень, просто в корень ты меня уже достал, заколебал ты уже, блин.
Ты снял с него броню. Молодец, красавчик. Я могу тебя с этим поздравить, блин. А дальше-то что? Дальше я тебя спрашиваю, что? Они что, подбили моего? Да вроде как нет еще, но подобьют его сейчас. Они бьют совсем не того, кого надо. Они бьют совсем не того, кого надо, блин. Вот что самое противное, ребят, еще прилетело. Сейчас начнет накрывать всех. Черт, его базука, блин. Успокойся там нафиг. Да нет у меня, ребят, слов на это беспредел, блин, долбанный, блин. Достали, блин, просто достали, блин. Бомжи, хрен знает, кого тут только нету, блин. Придурочный этот бежит, блин. Это там со своей катапультой, блин. Естественно, Кентров шивый будет подходить рядышком. Естественно, ребята, будет получать звездюли. Естественно. А как иначе-то? Как он не будет получать? Ну как вот он не будет, ребят, получать, блин? Будет! Ой-ой-ой-кает он мне еще. Он мне еще ой-ой-ой-кает, блин. Да не буду я пока вызывать. Мы сломаем ворота, потом будем вызывать уже. Ну где ты там? Ну где ты? Да кого ты ударил, плешивый? Ну кого ты ударил, блин? Ну абсолютно не того, кого надо. Ну господи, ну что? Ну что? Они очень быстро отходят, ребята. Очень быстро отходят. Я жду, 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 но я не дождусь его никогда, блин. Потому что придурочная бомжиха вымораживает. Мы бомбим со всех орудий, ребят. И что, это как-то меняет наш... Да нифига никак не меняет. Да никак это не меняет. Ее просто вон звезда пошла мешать. Все, ребят, это дерьмище полное. Вынуждается меня просто ругаться. Это игра, блин. Заранее извиняюсь, как говорится. Ну, я не могу. Ну, никакой справедливости. Ну, никакой, ребят, справедливости. Ну, нету, блин, ну. Он по этой бомжихе чуть ли не облизывает ее. Еле-еле, ребят, там наносит урон. Еле-еле, блин. Это нормально? А? Что это? Это называется урон, блин. Это называется ласковое поглаживание, блин. По-другому не назвать это. Ласковое поглаживание. Слушай, достал, заколебал уже ты тут, а? Вот он, ребят, портал. Так мы и так проходили здесь на две звезды. Чем тут? Чем мы тут с тобой выиграли? Да ничего мы тут не выиграли.
Блин, а? Не могу прям. Если мы тут с тобой не прошли на 3 звезды, даже на 2 звезды, я чувствую тут полный Алис. Рэмбо, давай выходи, блин. Запарил ты там же сидеть в своем закутке в этом. Я, друзья мои, также не сомневаюсь, что нам надо персонажа нашего прокачивать. Главного. Я это прекрасно понимаю, что надо прокачивать. Ну как? Ты сколько на него финансов нужно? Чёрт, твоей бабушке правильно, так вот ему и надо. Одного не понимаю. Некоторые понимают сразу, некоторые потом, блин. Да этот копейщик, он достал своим копьем, блин. Дотянулся. Морда брушуйская, блин. Просто дотянулся своим, блин, дебильным копьем до меня, и все. Не было, блин, печали. Ну, не было печали, вышла, блин, идиотка. Ладно, это хоть... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, вот тебе и... Еще и катапульта, ну, по красоте. Просто по красоте. Какое там нахлобучивание идет, друзья мои. Ой, там еще и эта фигня. Да в кого вы бомбите? Так, ну, зачем эта фигня тебе нужна... Ой, ребята. Ну вы поняли, да? Он бомбил что? Правильно. Он бы фуфло бомбил. Он бомбил вот эту каракатицу. Мамонт, это весело, что ты один пришел сюда к мне на помощь. Но нас сейчас тут... Нас сейчас разнесут здесь, к сожалению. Придурочный недотёп, а? Да выходи ты давай. Ну как вот тут вот можно? Ну это лишний раз, ребят, подсказывает... Говорит о том... Что хромает просто прокачка. Тут просто, ребят, хромает прокачка. И ничего более. Ты серьезно? Это же... Да понятно. Да, это без комментариев, друзья. Это, к сожалению, без комментариев. Это дебилизм, маразм, полный идиотизм. Надо на нее на месяц забивать, в плане того, что снимать про нее. И качать, 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 качать своих динозавров. По-другому никак. Ну никак, ребят, по-другому, понимаешь? Никак. Вообще никак. Просто. Просто никак. Ой, нервы ни к черту. Ладно, друзья мои. На сегодня я буду закругляться. Всем большое спасибо за просмотр. И до новых скорых видосиков. Удачи вам.